Всем привет! Хочу рассказать важную вещь для тех, у кого дома живет один самец. Да даже, в принципе, не один самец, даже если у вас группа агам живет. Все равно с самцами нужно проводить кое-какую манипуляцию время от времени. У самцов, бывает, забиваются кармашки. Вот. Нужно периодически брать, вот так аккуратненько надавливая. Вот, видите? Прочищать гемипенисы. Вытри, пожалуйста. Аккуратненько надавливаете, это все выходит у них. Это у них сперма копится в кармашках. Ее нужно периодически прочищать. Как бы неприятно вам ни было. Нет, здесь чисто. У него один карман забился. Вот. Такое нужно делать. Сейчас на примере еще одного самца вам покажем. Так, это у нас Рафаэль. Он, как вы видите, у нас не самый ручной. Давай на хвост. Тише, тише. Вот. У Рафаэля смотрим. Получается. Также надавливаем сверху, начиная. Видите, так плавно опускаемся к низу. Вот, у Рафа все чисто. У него каналы чистые. Так, это у нас следующий мальчик Гал. Он знает, что с ним будут сейчас делать. Он еще маленький, но видите, чисто. Чисто. У него каналы, кармашки чистые. Так, ну и Антарес, собственно. Малыш, тише. У Антареса тоже чистенькие. Да, у Антареса все чистенько. Все, вот. Вот так вот рекомендуется смотреть у самцов кармашки, чтобы они были чистыми, чтобы там не застаивалась сперма сухая. Вот, и периодически раз в 2-3 месяца можно их проверять и прочищать. Вот, периодически она сама может выходить с калом, но лучше помогать, конечно. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо за просмотр.